что касается всеобщего форума, это опыт всероссийский, который должен быть применен, просто обязан быть применен на Крымской, на Севастопольской земле, именно с целью недопущения тех ошибок, которые уже прошла вся Россия. Здесь мы как раз можем избежать того состояния, которое было там 5-7 лет назад в хозяйствах, в водохозяйствах России, Российской Федерации, российских городов. Безусловно, мы не будем гладкими, наше дело не сможет быть абсолютно глянцевым, тем не менее постараемся максимально учесть опыт всех городов России, максимально избежать ошибок, которые были в прошлом на предприятиях и в городах Российской Федерации, и максимально эффективно использовать ту помощь, которую Российская Федерация, вся Российская Федерация сейчас направлена, эта помощь на Крым и на Севастополь. Мы это очень ценим. Мы крайне ответственно относимся к этим деньгам. В этом году, по крайней мере, со своей стороны, я обещаю очень жесткий контроль использования федеральных средств исключительно на нужды города, исключительно на нужды населения. Ни в коем случае не с целью какого-то огольного освоения. У Севастополя системная задача, системная проблема. Я не скажу, что водохозяйство Севастополя – это абсолютно запущенное хозяйство. Нет, это сложнейший инструмент. Несколько уровней подъема. Не в каждом городе такое есть еще. То есть с точки зрения технического оснащения водоканал Севастополя – один из самых сложнейших в России. И надо снимать шляпу перед сотрудниками водоканала, которые смогли удержать в работоспособном состоянии при тех экономических условиях, которые здесь существовали крайние 20 лет. То есть на самом деле здесь работают очень и очень серьезные профессионалы. И говорить о том, что мы сейчас придем и всех научим, это неправильно. Здесь люди умеют работать, любят работать. Здесь просто надо помогать. Основная из задач, даже не водоотведение, а мы столкнулись с проблемой водоснабжения города Севастополя, ввиду перекрытия Северо-Крымского канала по политическим соображениям, мы все об этом знаем. У нас была очень напряженная ситуация в декабре, когда уровень накопления воды в Черноморском водохранилище упал очень близко к критическому, и были включены все возможные ресурсы, и федеральные ресурсы, и местные, и города, и научный потенциал для того, чтобы провести изыскание туда по нахождению дополнительных источников воды. Вот. Сейчас я хочу сказать, что ситуация выровнялась. На настоящий момент в Севастополе с воды накоплено ровно столько, чтобы прожить этот год, не нуждаясь в дополнительных источниках. Тем не менее, и федеральной целевой программой, и нашей региональной программой города Севастополя предусмотрен как дополнительное изыскание водоносных слоев источников, источников поступления воды, так и более радикальные проекты, как переброска, реки Кокоска для наполнения Черноморского водохранилища. Это с помощью федеральных средств. То есть мы рассматриваем несколько вариантов поступления воды в город. В том числе мы не исключаем и урегулирование каких-то политических мотивов для возобновления подачи с Днепра. Это тоже было бы нормальным решением. Тем более, что говоря о развитии сельского хозяйства, мы можем честно признаться, что без северной воды, наверное, очень проблемно развивать сельское хозяйство в Крыму. Это все уже честно говорят, и этого бояться не надо. Поэтому здесь, если политика сыграет нам в помощь, мы будем только рады. Тем не менее, мы сейчас достаточно самодостаточны, мы можем существовать автономно. Мы делаем все для этого. Россия помогает, вся Россия нам это помогает, и мы в этом очень благодарны. И еще раз говорю, обещаем очень эффективно и аккуратно использовать эти средства. Мы впервые на данном съезде ассоциации, впервые на съезде водоканала России. Мы можем сравнить то, что было при Украине. Такие тоже были съезды, проходили в Ялте. Мы видим, что за эти два дня работы, плодотворной работы, которые обсуждались, были разные круглые столы вчера. Я участвовал в двух столах, где рассматривались конкретные вопросы, связанные с региональным развитием системы водоснабжения и канализования, вопросами, касаемые тарифной политики, вопросы, касаемые концессии, аренды, как дальше сделать так, чтобы водоканалы были рентабельны. И могу сказать, что за эти два дня мы много чего полезного и нового услышали и понимаем, что то, что делается сегодня в России, есть сравнивать то, что делалось в Украине. Конечно, здесь больше внимания сегодня уделяется водоканалам в России, и я уверен, что тот, который взят ритм
и движение навстречу предприятиям, он даст свои плоды. Вот буквально, буквально вот сегодня вот сейчас обсуждалась тематика, как это все создать и сделать. Нужно ли поднимать тариф, тариф не поднимать. И я думаю, что в решении данного собрания будет принято, что тариф нужно действительно поднимать, и потому что без тарифа водоканалы просто как бы будут банкротами. В 2015 году у нас то, что заложено в федеральную целевую программу, и то, что мы наметили за ближайшие три года такими большими темпами поднять водоканал в Севастополе, это в первую очередь это задача, связанная с проектированием и строительством очистных сооружений косо-южных, то, что давно уже обсуждается в городе, то, что как бы десятилетиями не решалось при Украине. Я думаю, что наконец эта проблема будет решена из мертвой точки. То, что мы за полгода вложения финансовых средств по неотложным мероприятиям, которые были выделены в 2014 году по федеральному бюджету, много сделали, и сегодня уже есть реальная экономия энергоресурсов, это мы уже видим. То, что мы сегодня смогли реконструировать те подземные водозаборы, которые сегодня дают гарантию стабилизации водоснабжения в этом году жителям города, особенно с северной стороны и южной части города. И сегодня мы имеем тот объем воды, который в водохранилище 49 миллионов. Это дает нам 100% основание, что жители будут с водой. До конца года проблем не будет. И принято решение губернатором, что вот на все майские праздники будет горячая вода. В городе идет работа, в частности, и по вопросам, связанным с перекладкой сетей аварийных. Все упрекают водоканалы, то, что утечки, потери воды. В этом году 27 миллионов по федеральной целевой программе заложено на перекладку аварийных сетей. Это те острые адреса, которые именно нуждаются еще вчера, как говорят, нуждались в перекладке. По деньгам местного бюджета тоже запланировано порядка около 8 миллионов рублей на перекладку сетей по городу, по центральной части города. И я думаю, что вот, говорят, дайте срок, дайте 3-4 года, и вы водоканал Севастополя, говорят, не узнаете, и он будет одним из лидеров не только в Крыму, но и во всей Большой России. По водоотведению, сегодня мы то, что вы выдали техническое задание по реконструкции косо-южных, оно включает в себя полный как бы замкнутый цикл обработки воды, сжигание, сушки осадка, сжигание осадка, вырабатывание электроэнергии, потому что система очистки, энергоемкое предприятие. И сегодня та вода, которая будет на выходе, мы будем ставить резервуары, запланировано строить резервуары, которые накопители, которые воду будут подавать на полив, на сады и огороды. До такой степени вода будет очищена. И сегодня мы даже ведем разговор, чтобы эту воду потом использовать максимально на подпитку центральной системы отопления. То есть тоже, это вода которая, техническая чисто? Техническая, да? Вода будет очень нормального, хорошего качества, но запускать ее, тянуть водоводы обратно ее в водохранилище, это будет очень такой дорогостоящий проект, который сегодня пока не рассматривается. По качеству воды, как бы сегодня питьевой воды нет нареканий по всем санитарным требованиям. Роспотребнадзор нас контролирует еженедельно, отбираются анализы воды. И та вода, которую мы имеем в нашем водохранилище, она и была, и есть, как бы, попадает в лучшую десятку вод как бы, нашей страны.